Я все время ходила на лыжах, когда молодая была. У меня была сложная операция на ноге. Я вам скажу, что шейка бедра была сломана. Мне ставили здесь. Даже хирург мне сказал, я гарантию не даю, что выходить. Я же хожу. Так что это очень большая польза. Только не надо один-два раза. Постоянно. Я пешком хожу от Евпатории. Не спрашивайте. Совсем молодая. 75. Знаете, это для меня здоровье и очень. Отлично. Мне очень нравится. Я не с Крыма, с Самородина, с севера. Здесь бываю очень долго. На пенсии. Квартира есть, сын. Отдыхаю с апреля месяца. Отлично. Очень хорошее впечатление. Особенно Евпатория, старинный город. 2,5 тысячи лет. Оп. Извините, пожалуйста. Так что все хорошо, давайте. Бог.